Икра стала одной из главных тем, которые Владимир Путин сегодня обсудил с главой Росрыболовства. Илья Шестаков рассказал президенту о рекордах года. Золотой рыбкой для отрасли стала горбуша. Успех предполагается закрепить. Для этого строят целый флот новых судов. А продавать улов будут не на иностранных аукционах, а на отечественной рыбной бирже. Репортаж Александра Балецкого. Кочевычи, киты, кижуча. Неизменный символ Нового года, как мандарины и елка, раскупают вовсю. Крупное, крепкое, зернистое, свежее. Замечательный вкус. Немножко горчинка, нерка. Это предновогоднее икорно-рыбное изобилие – результат рекордного за четверть века улова не только лососевых. По итогам года, докладывает президенту глава Росрыболовства, он превысит 5 миллионов тонн.